мы собрались купить семян. Вот такие помидоры. Помидоры предназначены для выращивания в контейнере или вазоне. Берем хорошую землю, сдачи и высыпаем в трехлитровую банку из-под меда. Уложенную землю надо перед началом полить. Потом мы делаем дырочку чуть меньше сантиметра. Лена сейчас положит семечко. Да. Дай мне одну семечку. Лен, ложи семечку. Теперь нужно сделать так. Теперь накроем пакетом. Сегодня 1 сентября. Да, что у нас помидорка трясла. Сегодня 28 сентября. Прошло 3 недели с момента всхода. Надо удобрить помидор. Мы берем вот столько селитры. У меня она калийная. Вот. И размешиваем ее в литре воды. Этим раствором поливаем в течение недели помидор. Сегодня 9 октября. На улице идет снег, а у нас помидор расцвел. И еще у нас 9 октября. Какие красавцы прячутся за листьями. Там еще. Там. Там зеленый еще. На улице весна, и мы ели вот такие помидорки. Конечно, не такие, как на картинке. Но первый блин не ком, так сказать. Вот. Мы собрались купить для семян лошади. Мы собрались купить для помидоров змею. Еще обезьяну собрались купить для помидоров. Берем хорошую землю с дачи. И еще, еще берем хомяка. Лена, ну ты че?